Молодые мазыряне, активисты Белорусского республиканского союза молодежи, вспомнили самые успешные проекты 2019 года. Самым ярким стала бронза семьи Ярош на республиканском конкурсе «Властелин села». Самым патриотичным – победа на областном конкурсе «100 идей для Беларуси» студенческого проекта «Дети войны». Самым душевным – посадка первой аллеи семейных деревьев. Не менее значимы трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов, проведение семинаров и тренингов, участие в избирательной кампании. За 2019 год мы трудоустроили более 1000 молодых людей, 198 человек в составе студенческих отрядов, а остальных ребят мы трудоустроили индивидуально. Наш проект, проект «100 идей для Беларуси. Дети войны» студентов филологического факультета стал призером областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси» и будет представлять в феврале месяце наш район на республиканском этапе. Ну и в этом году на самом деле мы реализовали очень много семинаров, учеб, акций, мероприятий. На 9-м пленуме Мозырской районной организации Белорусского республиканского союза молодежи озвучили и задачи на год текущий. Одна из центральных тем 2020-го – празднование 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры и активисты примут непосредственное участие в поздравлении ветеранов, организации и проведении тематических мероприятий. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».